Работа над проектом, который сегодня был презентован, «Работа без границ», началась в комиссии Евразийского экономического союза по инициативе Казахстана. Мы получили предложение разработать цифровое решение, которое бы позволило странам обмениваться между собой информацией о вакантных местах и давать эту информацию всем потребителям. Мы выбрали этот проект в качестве приоритетного, и Межправсовет утвердил этот проект, который и успешно реализовывался в рамках комиссии и в рамках цифрового офиса Евразийской комиссии. В дальнейшем председатель правительства Российской Федерации предложил усовершенствовать эту платформу и запустить приложение для мигрантов, так как это приложение будет более удобным инструментом для всех мигрантов с точки зрения поиска работы, с точки зрения цифрового контакта с госуслугами, с точки зрения пересечения границы, получения ИНН, СНИЛС и так далее. И это, конечно же, нас очень вдохновило. И эта идея начала реализовываться уже в рамках фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. И уже доработанный проект новой концепции сегодня презентовал председатель правительства Российской Федерации.